Вы мне включите мою презентацию. Все, я могу уже ей пользоваться или как? Нет? Это не мое? А, мое. Мое, простите. Так, тут куча, да, куча регалий перечислено моих. Я, наверное, на них переключу. А на самом деле, я считаю, что основная моя регалия это то, что мне удалось создать совершенно потрясающую команду, из которой большинство работает с нами с первого дня. То есть мы работаем 11-й год, и вся тусовка врачей, эмбриологов, ну, разве что к нам только присоединяются такие же крутые, потихонечку, с каждым годом наш коллектив, конечно, расширяется. Вот. И, наверное, я просто хочу рассказать немножко про нашу историю, как мы начинали, как мы работали все эти 10 лет и к чему мы в итоге пришли. Значит, основная наша проблема, наверное, как у всех, в течение какого-то времени мы работали с 2011 года, мы начали работать в обычной вертикальной системе управления. То есть, наверное, не все знают, что это такое, особенно врачи. То есть это когда сидит кто-то главный и говорит вниз, что нужно делать. Конечно, я всегда старалась, не знаю, надеюсь, что мои сотрудники это подтвердят, надеюсь, что это не только мне так казалось, всегда старалась к ним прислушиваться, всегда старалась получать от них обратную связь для того, чтобы принять то или иное решение. Но, тем не менее, вертикальная система присутствовала, и в какой-то момент, это случилось в 2018 году, я поняла, что надо что-то делать. То есть мы слегка застопорились. У нас нормально шла работа, у нас было достаточное количество протоколов в сравнении с другими клиниками. Вот, и коллектив, в общем-то, был неплохой, но что-то было не так. И я совершенно случайно разговаривала со своим мужем, который тоже занимается бизнесом, не имеющим отношения к медицине. Вот, он говорит: слушай, ко мне приходил очень интересный дядька, он agile coach. Говорит: мне сейчас пока не надо, а тебе, мне кажется, понравится. Я говорю: ну, я с удовольствием встречусь. Я встретилась с этим мальчиком, дяденькой, вот, который, ну, молодой мужчина, который только-только закончил эти курсы коучей Agile, и у которого совершенно горели глаза. И вот горели они у нас с ним как-то в одном направлении. Вот мы очень удачно попили чай и решили попробовать сделать презентацию в нашей компании. Значит, на тот момент, вот мы тут перечислили некоторые моменты, которые основные нас беспокоили, то есть это снижение прибыли. Все равно в какой-то момент, сначала мы очень хорошо жили, мы с первого дня были на самоокупаемости, благодаря тому, что к нам с первого дня в качестве партнера присоединился Константин Юрьевич. Вместе открывали клинику. Вот, были некоторые разногласия в коллективе. В основном, ну, наверное, все знают, то врач-администратор что-то недопоняли, то врач-эмбриолог, то эмбриолог-администратор. Периодически, конечно, какие-то стычки возникали. Вот, иногда не самые приятные. Вот, и у меня все время было ощущение, что не все сотрудники наши работают на своем месте. То есть вот как-то с врачами-эмбриологами никогда вопросов не возникало. Административного звена, но я думаю, что все со мной согласятся, что найти хорошего администратора это, наверное, самая большая проблема, потому что администраторами, как правило, работают либо молоденькие девочки, которые в какой-то момент уходят, вот, ну, либо, не знаю, у нас вот сейчас достаточно приличная когорта администраторов, несколько из которых уже такого достойного возраста, ну, вот они с нами работают давно. То есть молодежь, как правило, все-таки хотят либо достичь каких-то больших высот. Вот, значит, когда мы с Андреем начали сотрудничать, когда он пришел, ну, это просто наши фотографии с детишками, вот, у меня презентация чисто формальная. Значит, когда он пришел, что такое Agile? Я, конечно, не буду вам рассказывать всю терминологию Agile, всю методологию, что это такое. Значит, изначально эта история пошла из IT-технологий, вот, и как это выглядит. Я просто расскажу, как выглядит, если вам станет интересно, я думаю, что вы в интернете найдете массу информации. Значит, кто-то главный на истории, это была я, дает какую-то разнарядку вниз. Предположим, нам нужно, не знаю, сделать 1000 циклов ВРТ на следующий год или там заработать, не знаю, там 20 миллионов рублей в месяц. Дальше находится в коллективе, как правило, у нас таких людей много, активные товарищи, которые говорят: вот мне кажется, что чтобы, не знаю, у нас была такая выручка, нам нужно больше пациентов. Я вот хочу создать команду, которая будет думать, как привлечь больше пациентов. Другой там говорит: а мне кажется,
кажется, что вот если мы сделаем, не знаю, покрасим стену в коридоре, то у нас еще больше пациентов будет. И вот давайте я создам группу, мы будем думать, в какой цвет красить стену. Это я абсолютно такие, просто чтобы было понятно. Значит, дальше создаются команды. Как правило, в идеальном варианте, конечно, в команду люди должны приходить самостоятельно, кому что нравится. Там, вот мне нравится в Инстаграме какие-то посты писать, я в эту команду пойду, а мне нравится краску для стен выбирать, я пойду в эту. Вот, соответственно, дальше берутся некоторые циклы. Идеальный вариант, если компания работает пятидневку. У нас возникали постоянные стычки, потому что если пятидневка, то в понедельник мы поставили задачи, в течение недели каждое утро сверяли карты, в пятницу сделали демонстрацию, что мы сделали, и ретроспективу провели по тому, что у нас не получилось. Вот. В нашей компании, к сожалению, с самого начала был камень преткновения, в какой день устраивать собрание, потому что люди работают посменно. Сначала собрания были очные, потом мы часть перекинули в Zoom. В итоге наши циклы, они были двухнедельными, а не недельными. Но, в общем-то, это дало свои результаты. Так, что-то у меня опять. Значит, что произошло? Во-первых, в Agile очень четко видно, кто как работает, кто насколько активен. И самое главное, что все сотрудники, они четко начинают понимать, что делают другие. Потому что, как правило, врач, он знает, что да, вот есть Маша-администратор, а есть Петя-эмбриолог. А я вот репродуктолог, ну вот все остальные что-то делают, в итоге что-то получается. Тут на нюансах. То есть, во-первых, мы даем возможность людям озвучить как бы их мнение по какому-то поводу, потому что иногда до абсурда доходит, там может санитарка высказать какое-то супер мнение о том, как правильно организовать, не знаю, процесс прохода пациента по клинике. Соответственно, это будет сказываться на лечебном процессе тоже. То есть это очень здорово. Значит, что я не озвучила? Когда мы принимали решение, что мы будем работать в Agile, я собрала руководителей всех подразделений, мы им провели презентацию, как бы все решили, что да, нам это нужно, но был момент, что до 40% сотрудников коллектива может в ходе этого процесса поменяться. Что у нас и произошло благополучно в административном звене. То есть как-то с врачами все как бы как было, так и осталось. Вот, то есть мы действительно намеренно шли на это обострение для того, чтобы выявить все сильное, оставить на месте, а все, что не подходит, отмести. Ну вот, но, как здесь написано, была мощная поддержка психологов, коучей, то есть мы не бросали всех на амбразуру сотрудников, да, без какой-либо помощи и поддержки. Значит, что мы получили? Значит, еще хочу озвучить, что, конечно, очень большое влияние на нас оказала эпидемия, положительное, потому что мы оказались людьми, ну, я всегда про себя это знала, но вот большинство наших сотрудников, наверное, оказались такими же. Я человек, который очень активизируется в стрессовой ситуации. Поскольку эпидемия, особенно в самом начале, была для нас всех адски стрессовой ситуацией, потому что мы понимали, что мы не можем работать, я не понимала, как я буду платить зарплату, потому что мы, в принципе, живем на самоокупаемости, то есть у меня некий такой принцип, может, когда-нибудь я ему изменю, не обращаться к инвесторам, то есть мы живем своей жизнью. Вот. И тем не менее, эпидемия дала вот массивный толчок, то есть у нас изменилось очень много всего. Но, значит, началось, все изменения начались именно с помощью Agile. То есть с помощью Agile мы занялись продажами, ну как не парадоксально, в медицинской среде это все равно продажа. То есть мы коммерческое учреждение, естественно, наши платные какие-то телодвижения и протоколы – это в любом случае продажи. Значит, мы поменяли полностью маркетинговую стратегию. Мы регламентировали все процессы в клинике. То есть сейчас в клинике каждый шаг регламентирован, все это занесено в специальную программу. У нас такая Википедия Генезис есть. То есть если ты приходишь, даже новый сотрудник приходит, он четко знает, что делать, если не работает кнопочка на пульте от кондиционера, и что делать, если нужно переправить биоматериал в другую клинику или принять наоборот на нас. Значит, мы ввели новое подразделение кураторов. Теперь у нас практически полностью нивелированы стычки между врачами и администраторами, потому что у каждого врача свой администратор, который, в общем-то, занимается его пациентами. Мы сначала ввели, потом отказались от колл-центра, потому что поняли, что это совершенно не нужно. У нас был изолированный колл-центр. То, что я уже озвучила, мы обновили административный персонал. Соответственно, по результатам мы получили рост прибыли 40% в 2020 году на фоне эпидемии. Вот, значит, это наши парочки, администраторы, врачи, такие вот симпатичные.
Вот. И какие выводы? Значит, во-первых, то, что я уже озвучила, начну с последнего. Для такого графика работы, как семидневка, Agile мало применим. То есть в итоге сейчас мы ушли от полноценного Agile, но что мы оставили, это быстрое и эффективное формирование рабочих групп по определенным запросам. То есть возникла проблема, быстро собрали рабочую группу, проблему решили, распустили. Собрания регулярно у нас проходят, но они больше сейчас в таком виде стратегических сессий. Раз в две недели также, но тем не менее для контор, которые работают на пятидневке, я считаю, что вот лучше этого Agile вообще нет. Но единственное, нужно всегда понимать, что будут нюансы, потому что не все согласятся работать в этом. Потому что на самом деле, как показала практика, вертикальная система управления для коллектива самая простая. Потому что тебе сказали, ты сделал, и все, и не болит голова у дятла. А тут ответственность, тут какое-то чувство понимания того, что ты винтик в большой машине, и если ты будешь работать, вся машина будет работать лучше. Это, конечно, потрясающе. Вот, вот то, что тут написано, что Agile позволил увидеть вклад каждого. Вот. И еще Agile подход помог нам как раз ввести новое направление, о котором я вам уже говорила, это превентивная медицина. То есть мы, в принципе, сейчас стали центром репродукции и персонального здоровья. Мы активно занимаемся омоложением, оздоровлением, антиэйдж-терапией. Вот. Так что добро пожаловать к нам. На самом деле очень круто. И мы все себя стали как-то гораздо лучше чувствовать. Мы уже 4 года с этим. Вот. Ну, в общем-то, все. Еще хотелось бы озвучить, что мы готовы к сотрудничеству. В книжечках, которые вам выдали при входе, там есть контакты наших менеджеров, которые этим занимаются. То есть мы обучаем врачей-эмбриологов. Вот. Я лично без проблем провожу консультации по организации управленческой работы клиник. Так что welcome, если есть какие-то пожелания за советом, я всегда рада помочь, подсказать, потому что я считаю, что я молодец. И мои сотрудники молодцы, потому что действительно мы вот работаем, у нас семья. Вот я думаю, что ребят не дадут соврать, мы любим друг друга, мы часто собираемся в неформальной обстановке вместе, сегодня после конференции пойдем в ресторан. Вот, так что спасибо.